ЗАГС онлайн. У Гомелі презентовали новый интернет-сервис. С его допомогой закаханные пары смогут не только визначитися с датой веселья, але и обрать установу, где будут заключать шлюб. Об новых возможностях наш наступный материал. Теперь жыхары Гомеля смогут бронировать даты для регистрации шлюбу в режиме онлайн у любой час суток. Пары будут бачить все доступные для регистрации дни во всех ЗАГСах и их загруженность. А кроме этого, на портале размещена полная юридичная информация о послугах и тарифах. Тут же можно спамповать шаблоны потребных документов и связаться с представником ЗАГСа про электронную форму. Мета портала – максимально спростить эту процедуру. Мы идем в ногу со временем. И, естественно, мы все знаем, что молодежь в основном, они все посещают интернет. И им удобно действительно не делать лишних шагов, не приходить ногами, скажем так, в отдел ЗАГСа, записаться по телефону. Да, конечно, потом нужно будет приходить подтверждать это заявление, подавать его, писать, заполнять, естественно. Но люди будут просто знать, что у них уже забронирована эта дата и это время. Подобные сервисы работают у столицы. Проект «ЗАГСБАЙ» стартовал 5 годов тому в Могилеве. На сегодня им користаются 98% жихаров этого города. Послугами користаются и молодые из районных центров. У Гомельской области портал будет работать у Калинковичах, Мазыры, Жлобине, Речице, Светлогорску и Рогачеве. Это уже признанный сервис в Республике Беларусь. Он был отмечен и Министерством юстиции на столетие отделов ЗАГС, когда было празднование. И я думаю, что в Гомеле он тоже снискает определенную популярность, потому что это удобно. Ну, как и любой IT-проект, он всегда работает на перспективу. Всегда есть что доработать, всегда есть что усовершенствовать. Официально сайт начнет работать 1 кастрычника. Однако уже сегодня все желающие могут протестировать его. Для регистрации необходимо выбрать населенный пункт и потребный ЗАГС. До речи, для регистрации доступны все установы краины. Это значит, что жених и невеста с Речицы при желании могут провести церемонии у Гомеля или іншим городе. Далее треба вызначить дату веселья, а так само унести свои даденные. Проз 3 дни можно подтверждать заявку. Правда, для этого придется присутничать особисто. Вероника Гамзюкова, Евген Макеенко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».